В Ненецком краеведческом музее подвели итоги регионального этапа Всероссийской патриотической туристско-краеведческой экспедиции «Моя родина – Россия». На протяжении 5 лет юные жители Заполярья изучают историю родного края не по учебникам, а посещая исторические объекты региона. С каждым годом экспедиция увлекает все большее число школьников. Если в 2011 году таковых было 12 человек, то в этом году более 50. Это школьники из военно-патриотического клуба «Поиск» поселка Красное, туристического клуба «Следопыт» Ненецкой школы-интерната и второклассники 5-й школы. Изучение родного края – дело увлекательное, говорят участники. В рамках регионального этапа в поле зрения школьников оказались не только памятники, но и всевозможные экскурсии, в том числе направленные на изучение животного мира нашего края. Там было интересно то, что моржи могли плавать подо льдом, ну, под водой. И они плавали, и им даже не было холодно, потому что у них очень толстая шкура. И еще у них есть клыки, они достигали 0,5 метра. О рыбах, что они бывают разные. И животные некоторые, когда утро спят, а когда ночь летают и ходят. Всего для выполнения нормы регионального этапа участники должны посетить не менее 50 экскурсионных объектов. Каждое посещение фиксируется в туристско-экскурсионной книжке с фотографией и описанием памятника или музея. Больших результатов в этом удалось добиться участникам военно-патриотического клуба «Поиск» из Красного. Школьники традиционно совершают пешие и лыжные переходы в близлежащие населенные пункты. Сейчас мы с ребятами не только зимой в марте, но и осенью обязательно. У нас является теперь в нашем клубе обязательным походом. Это поход до Пустозерска пешком. До Телиски, естественно, мы на судне доезжаем. Дальше идем мы пешком до Устья, до деревни. Затем передвигаемся на мыс Виселичный. И после мыса Виселичного уже на лодочке нас перевозят на другой берег, в Пустозерск. 20 самых активных участников были награждены дипломами, благодарственными письмами и памятными подарками. Алена Валеева, Вадим Носкин, телеканал